Так, это нам на самом деле демонстрирует очень красивую вещь. Между прочим, в программе «Живая геометрия» это очень легко нарисовать, что называется, каждому из вас советую. Смотрите, что сделано. Взяли прямую, взяли произвольную точку в нее, проводим желтый отрезок, и что получилось? Парабола. Вопрос. Это нужно доказывать? Или мы это сегодня уже сделали? Ребята, фантастика состоит в том, что мы это уже сделали в тот момент, когда мы нарисовали вот эту картину. Сейчас вот она. Смотрите, только этот отрезок надо мысленно представить себе желтым, вот от этой точки до этой, а здесь перпендикулярно. Вот это та самая прямая, а это та самая касательная парабола. Все увидели? Да. Не знаю, мне кажется, что это красиво, правда? Вот. А теперь делаем то же самое, только касательные будут не к параболе, а куда? К кругу. А, это эллипс. У нас с вами эллипс, видите, да? Вот, не знаю, мне кажется, что очень красиво. А теперь вопрос. А это? Мы, извините, доказали или не доказали? Доказали. Для любого эллипса. Мы трезво вспомним, что мы на самом деле доказываем. У нас были перпендикуляры, не отрицаю. У нас с вами возникал эллипс, не отрицаю. Дело в том, что я могу пролистать назад и найти эту картинку. Стоп! Вот она. Нет, не она. Раньше чуть-чуть. Вот. Скажите, пожалуйста, а красная это был эллипс или не эллипс? Это была окружность. Это была окружность. Мы начинали с эллипса, брали к нему касательные, и после этого оказывалось, что это красная окружность. Да? Как оказывалось? Вот так оказывалось. Помните, там средняя линия треугольника. Так что те, кто надо мной сейчас смеялись, как ни странно, ребята, красное не любой эллипс. Красное это что? Да. Правда, она у меня сейчас немножко вытянутой выглядит, но это из-за фокуса проектора. Он неправильно пересчитал компьютерную картинку. Вы понимаете, да? Просто разные модели проектора по-разному взаимодействуют с экраном. Вот. Он неправильно пересчитал. На самом деле, конечно, это зря делал. В общем, итак, красная должна быть обязательно окружность. И тогда действительно получается у нас эллипс. Причем вот эта точка будет, разумеется, фокусом вот этого самого возникающего. Да? Так, теперь опять. Красная – это все-таки, извините, окружность. Эта точка вне нее. Господа, вот это мы сегодня, извините, не доказали. А времени уже остается совсем мало, поэтому уже и не докажем. Оказывается, кстати, это очень хорошее упражнение надо. Очень хорошее упражнение. Если взять гиперболу и сделать ровно так же, один к одному, выполнить те же самые, это покажет, поймете вы или нет. И алгебраическим образом это интересно посчитать. И геометрическое доказательство, все абсолютно так же, как для эллипса, но это действительно достойное упражнение. Оказывается, что будет гипербола. Если берешь точку вне окружности, соединяешь ее с произвольной точкой окружности, рисуешь перпендикуляр, и точка неподвижна, а это бегает, пробегает всю окружность, оказывается, что касательные заполняют область между двумя гиперболами. Естественно, вот эта точка будет фокусом. Но, ребята, это нужно доказывать.